Чё, какие планы? Ань поспит. Она устала? Да, мы ее будить не станем. Как в Крым едем? Ты меня достал. А меня тоже достали. Встал с утра погода говно, когда едем в Крым. Встал с утра погода говно, когда едем в Крым. Встал с утра погода говно, когда едем в Крым. Это этот самый день сурка какой-то мне напоминает. Душа в Крым хочет. Ну так поехали, давай, собирайся, езжай. А когда ты сделаешь документы на собаку? Ну ты сначала уедь, я сделаю. А я что, один поедешь? Один поедешь, устроишь школу. Нет, так я серьезно. Опять туда приехать бегать по школам, ты не туда едешь. Снимаешь квартиру, идешь в школу, говоришь, что, блин, приедет дочка скоро, дайте мне, блин, место. Она тебе говорит, хорошо, езжай. Меня пока больше всего кубиком, знаете, в каком? Синим. 30, 34, 59, 64. Как мы сюда приехали, ну, продукты закупались, а сахар мы последний раз мы такие были, мы купили сахар. И мама что-то сегодня открывала сахарницу, там сахара нет. Она такая, мама, вот опять сахара нет. Я говорю, мы купили сахар. Где? Я говорю, там целая пачка. Она была малая, да? А, вон он стоит, господи. А домофон звонит? Я говорю, иди напугай, короче, кто там звонит. Он тебе обещает. Думали, это коллекторы. Да, мы думали, коллекторы. Я думаю, господи. Меня послали. Закончил. Испугалась? Я чего? Меня. Нет. Специально, смотри, одела такое кофту. Сиськи на показ, специально знала, что снимать. Тебе надо было смотреть, например, вот это первое. Что краснеешь? Я стеснительная, я очень стеснительная девочка. Ах, Анька, Анька. Харюша, у нас гости. Он меня боится. Ну правильно, блин, запугала собаку, что она обсерилась, блин. Обсерилась. Не приучили собаку к туалету? Да приучили, блин, то есть ты приходишь и пугаешь. Он испугался. Я коллектор. Самый главный двигатель Ютуба. Сиськи. Да? Да. Мне что, показывать, покажи сиськи, да? Ну, типа того. У них нет. У меня все пушат. Вулкан. Фотошоп. Сиськи. Блин. Не надо это снимать. Живой еще пока? Не инвалид еще. Еще нет. Ножницы взял себе? Ну, ножку. Зачем тебе инвалид? У него уже лапки нету. Ну, вот так вот сюда чипов сделать. Ветер не будет задувать микрофон. Будет звук хороший. Ты же хочешь качественный контент? Пришло время приносить жертву. Прости, Мишка. Правду говоришь? Я знаю. Я всегда говорю правду. Куда ты нас везешь, расскажи? Кронштадт. Куда? Кронштадт. Куда? Самый красивый город. Чего? Дал ребенку полазить по пушке, злый день. Сказал бы его, что у вас дома. Я лучше промолчу. Добрый
приехали в Кронштадт, но здесь реально холодно и очень сильный ветер. Я не знаю, запишется ли звук, услышите ли вы что-либо, но, по крайней мере, увидите точно. Очень холодно и очень ветрено, но зато очень-очень красиво. До Крыма не добрались? Хоть какое-то море. А что, красиво? Холодно, правда? Надо вот так вот тебя видеть. Тук-тук. Так вот. Ну, замерзла? Здесь вроде получше. Нет, здесь нормально. Здесь хоть ветра нет. Но все равно очень холодно. Ну, есть, но не так сильно. Я уже заморовалась, по самой не хочу. Че, будем ее снимать? Ее снимать? На фото. Вон, стоит. Военный какой-то. Ногой, ногой. Завезла нас в эту дыру, а теперь сваливаешь, да? Чудовище. Я ж вас не брошу. Да, конечно. Не верю я тебе. Еду с собой заберу. Как тебе, Крымша? Ну, хорошо, красиво. Хотя мне здесь ведь нет. Да, холод от Кронштадта не зависит. Чистый, кстати, очень город, да? Да. Удивительно. На Питер чем-то похож, но я имею в виду на какой-нибудь Васильевский остров или Петроградку. На старый дом. Маленький такой, тихенький. Да, спокойненький. Да, до вывески домов один в один, как в Беларуси. Кстати, очень похож город вот на какой-то белорусский городок. На маленький белорусский городок. Что так орёт у тебя громко? Спасибо мне, что я с вами поездил. Говори. Скажи спасибо, что съездил со мной. Спасибо. Пожалуйста. Когда ждать тебя? Скоро будет. Нет, ты говори, ты в прошлый раз сказал и приехал. Теперь я более умная. Да? Ну, за фотками приедешь. Куда ты денешь? Все, пока-пока.